Семена Никитовича Соболева поздравили с днем рождения. Художнику, почетному жителю Ахи, на днях исполнился 91 год. От лица администрации городского округа, от себя лично, примите самые искренние поздравления с днем рождения. Спасибо. Всю свою жизнь вы посвятили труду на благо Ахи. И сегодня ваша активная жизненная позиция – пример того, какой деятельной и созидательной может быть любовь к земле, на которой живешь. Семен Никитович Соболев – ветеран и участник Великой Отечественной. Войну он прошел всю, от начала и до конца, участвуя в боях за освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии, Молдавии и Украины. В мирные годы стал геологом, а позже, открыв в себе дар художника, окончил Московский университет искусств. Работы Семена Никитовича занимают достойное место в частных коллекциях и музеях. Представители администрации вручили почетному жителю города небольшой подарок. А в честь 70-летия окончания Второй мировой войны – памятный знак. Его вручили дома. Некоторое время ветерану приходится находиться здесь, в четырех стенах. Недавно он перенес тяжелую операцию, но сегодня, как всегда, полон энергии и позитива. А главное – желание работать. Вот это первый блин после операции. Пока никак не назвал. Ну, так это я предполагал, это где-то район Чукотки, Чукотское море, там Беринг, вот этот север. Мы тоже пожелали Семену Никитовичу доброго здоровья. Для него сейчас это главное. А он уже пытается отставить в сторонку свои костыли, засиделся дома. Не привык к этому. Как участник войны, он ведет активную патриотическую работу среди молодежи. Важно, чтобы помнили.